31 марта 2023 года. Недалеко от музея усадьбы Державина находится молодежный театр на Фонтанке. Вот он, который находится в Измайловском саду или в Измайловском парке. Место это знаменито тем, что здесь находится петербургский ангел. Пойду к нему. Вот он, петербургский ангел. Такая вот фигурка. Сидит она здесь 2012 года. И постоянно кто-то одевает висавку, кто-то пишет письма. Вот такой вот символ Санкт-Петербурга. Ну, можно посидеть рядышком. Как всегда, натерт. Это репертуар театра. Пошел на выход. Измайловский сад небольшой, но вот такой вот ангел. Многие, кстати, о нем не знают. Вот там вот он. Можно устроиться на работу, кстати. И вот она, Фонтанка. Вот там вот институт инженеров. Вот здесь сообщение, а впереди Московский проспект. Сегодня 31 марта 2023 года. Последний день марта. Санкт-Петербург.